Just like you, my son back. You have can some I put the Spotify link in? Yeah, alright, we got 20 seconds left, guys. 20 seconds. Get some countdowns from 10 in the chat. 15. Wait. Now. 10, 9, 8, turn out, right now, come on. Всем привет! С вами, как всегда, я, Хонаси. И, конечно, вступление было довольно долгим, и надо было это сказать раньше, но это видео является разговорным, где я высказываю свое мнение и первое впечатление о Parkour Reborn Alpha. Итак, что же я могу сказать о данной игре? На самом деле, самое лучшее, что можно сказать в первую очередь, так это то, что игра не похожа на обычный паркур. То есть это то, чего по сути я хотел, не знаю, что хотели другие, но для меня это очень важно, потому что я не чувствую обычного паркура, играя в Reborn. И это мне очень нравится.
также поменяли некоторые механики, в том числе и их выполнение. Появились новые механики, да и в принципе стиль игры, я бы сказал, значительно поменялся, в отличие от обычного паркура. Это самое хорошее, о чем я могу вам рассказать из своего двухдневного опыта. Что же мне просто понравилось? Локация начальная, которая называется Downtown, она нормальная, но, к сожалению, в некоторых местах ощущается как будто пустота. То же самое можно сказать и про локацию Дирвик, которая добавилась с выходом альфы. Теперь поговорим о недостатках. Конечно, все мы понимаем то, что это альфа-версия, это, собственно говоря, написано даже в названии, и что у игры будут недостатки, так как игра, по сути, еще не доделана. Но все же довольно грустно то, что встречается очень много багов, которые могут помешать играть. То есть, к примеру, ты умер и просто не можешь возродиться. Чтобы тебе это исправить, тебе надо перезаходить в игру. Ну, такие недостатки — это самое такое грустное. Ну и, например, когда человека в пати добавляешь, у тебя он вообще далеко не сразу начинает подсвечиваться. А может и сразу начать подсвечиваться. Ну, за два дня я, может быть, и не со всеми багами столкнулся, но обо всем я рассказать не могу. Также просто вам хочу рассказать о... что я планирую делать дальше, а именно мой, скажем так, распорядок видео и насколько часто я их собираюсь сейчас снимать. С контентом игры я пока что еще буду ознакомливаться, то есть мне нужно какое-то время, чтобы придумать идеи или чтобы хотя бы научиться играть в Parkour Reborn. Но видео я планирую выпускать, может, одно видео раз в неделю или две. Ну, посмотрим по идеям и их реализации. Это все, естественно, неизвестно. Ну, это, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Спасибо всем большое, кто до сих пор меня смотрит. Не забывайте заходить на мой Discord-сервер, ссылка на него в описании. Ну, а с вами был, как всегда, я, Хоноси. Еще услышимся.